Всем привет! Меня зовут Никита Дубовец. У меня совместно с партнером две студии депиляции в Санкт-Петербурге «Сахар и воск». И я хочу рассказать про опыт работы с султанами. В какой-то момент мы открылись в августе прошлого года. И где-то к сентябрю я с партнером понял, что я не понимаю, куда уходят деньги, я не понимаю, какие услуги и что мне приносят деньги, я не понимаю вообще, что происходит. То есть глобально оборот большой. Какие затраты порезать, я не знаю, вроде все необходимы. А на выходе чистой прибыли нет. Собственно, вот с такой текущей ситуацией я и обратился к султану. У него в этом была экспертность, у него есть кейсы, и мне вообще нравится его подход. Проект наш он вел почти 2 месяца. То есть он полностью погрузился в цифры. Вот прямо... То есть он начал разбираться в цифрах больше, чем я и Вика. И на выходе, вот спустя это время, мы получили огромную сложную таблицу в Google документах. Результат этой таблицы – это ожидаемая прибыль, это чистая прибыль, какие услуги что приносят, маржинальность по каждой услуге, тренды. Значит, на основе этой таблицы мы можем просчитывать возможности рекламных кампаний, сколько мы реально можем давать скидку и чем с этого можем ожидать. Или цену клиента, которую можем платить предельно. То есть все эти цифры, они были приблизительно, ну, естественно, ясны, мы же этим занимаемся бизнесом, но до рубля этого не было высчитано. А по некоторым позициям это было удивление. Где-то в большую сторону, где-то в меньшую. И теперь, вот на данный момент, уже 2 месяц, как мы работаем по этим таблицам, и все гораздо понятнее. Даже не знаю, с этим связано или не с этим, но эти месяцы были прибыльными. Потому что мы какие-то вещи поотрезали. Глобально, у меня до этого было много проектов, но именно здесь, в рознице, где вот цепочка создания продукта более-менее растянута, финансовый учет – это такая must-have история. И прямо я не понимаю, как это можно работать, особенно ну, такой на не суперконкурентом, но на конкурентном рынке Санкт-Петербурга, не имея таких штук. То есть можно попасть в струю и просто естественным приростом, ростом рынка, там, какими-то случайными штуками зарабатывать. Но твердая основа масштабирования, открытия новых студий, новых заведений без финучета – это невозможно. То есть, если есть цель что-то большое построить или максимально эффективное построить, финансовый учет – это то, что должно быть. А до этого у меня была логистика, ну, до сих пор есть студии причесок, там все проще. То есть там хватает таких базовых навыков, то есть ну, моих навыков или моих партнеров под тем проектом. И ну, это все просто высчитывается. Здесь все сложнее. Больше элементов, больше расходников. Ну, в общем, здесь это обязательно. И я очень рад, что мы с этим закончили. В общем, султан после завершения работы продолжает оставаться на связи. Мне кайфово. То есть я всегда могу уточнить, как, что, какие цифры, откуда, что они значат, и он всегда подсказывает. Вот. Я очень доволен работой и искренне рекомендую всем внедрить финучет. То есть, ну, если внедрять, то поговори с султаном. Он всегда честно отвечает, и я уверен, если он вам поможет, сможет помочь, он так и скажет. А если нет, ну, он тоже так скажет. Спасибо за внимание.